Привет-привет! Это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. В официальном блоге PlayStation появилась публикация о самых загружаемых играх в PlayStation Store в апреле 2021 года. Sony, как обычно, представила отдельные списки лидеров на PS5, PS4, PSVR и среди условно бесплатных проектов. На PlayStation 5 первую позицию в США и Канаде заняла MLB The Show 21 а в Европе – FIFA 21. Следом за спортивными симуляторами в двух регионах расположился кооперативный шутер Outreaders. Третье место в США – Канаде досталось Returnal, а в Европе – IT Takes Two. На PS с четырьмя лидерами стали MLB The Show 21 и Grand Theft Auto V. Последняя заняла второе место в США и Канаде, а в Европе условное «серебро» досталось fifa 21. Замыкают первую тройку Call of Duty, Black Ops Cold War и F1 2020 соответственно. Среди игр для VR ожидаемым лидером оказалась Beat Saber, причем сразу в двух регионах. Следом идут Superhot VR в США, Канаде и Job Simulator в Европе. А на третьих позициях эти проекты поменялись местами. В условно-бесплатном сегменте PS Store победа в двух регионах досталась Call of Duty, Warzone. Далее идут Fortnite и Rocket League. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.